Сегодня в суде Первомайского района столицы начались слушания в отношении бывшего замглавы администрации партизанского района Николая Петромовича. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых мошенничество в особо крупном размере и дача взятки. Материалы уголовного дела составляют более 15 томов. О задержании экс-чиновника стало известно в феврале. По версии следствия, госслужащий брал у своих знакомых деньги за помощь в продвижении в очереди на строительство жилья, развитие бизнеса и в покупке машины. По словам потерпевших, свои обещания мужчина не выполнял, а затем и вовсе исчез. Впоследствии его уволили с трактовкой в связи с отсутствием на рабочем месте.